переселение народов. То есть, смотрите, все движется под моими ногами. Смотрите, движение. Просто какое-то переселение огромное. Смотрите. А почему их тут так много? Интересно. Смотрите, они все замерли. Но если смотреть, это все движется. Боже мой, куда они бегут все? Вон они, шкрябают все. Взрываются в песочек. Не больно-то они и в море хотят, хотя бы там. Смотрите. Они сейчас все замерли. Вода 29 градусов. Ну вот они ползут сейчас. Вот эта куча ракушек, это все они. Если... О! Куда? Ай! Меня еще не схватит, не укуси. Вон, смотрите. Это все ползет и движется. Переселение какое-то. Крабовое. Крабовое переселение! Куда-то они мигрируют. В воду больно-то не лезут. Разобрали ракушки. Но тут много больших крабов. Интересно, они икру метят? Или как они вообще, крабы, размножаются? Наверное, икрой. Потому что их тут просто какое-то огромное количество. Они так ползут, 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 ползут. Я просто не хочу увеличивать, но оно все ползет. Еще меня завидели, перестали двигаться. Но вот так вот они ползут. Если так приблизить. Вот они ползут. Вот они ползут. Ползуки. Ползучие крабы. И они куда-то вон туда идут. На север. Чего ж они на севере забыли? Такой хлам валяется. Какие-то помойки. Бутылки. Ну, это бедуины накидали тут всяких бутылок. Бутылки, трава какая-то. А что-то вчера мы здесь не ходили или что? Травой пахнет, суши пахнет. Тут весь берег в кораллах, так что тут же и горы, все такие древние, не знаю, сколько их, миллиардам лет им, просто они песком сейчас покрыты. Красное море. Но туристов меньше стало, так и мусора меньше. Раньше вообще просто катастрофа какая-то была. Вся пустыня была в бутылках пластиковых. Какое-то растение интересное. Никогда такое не видела. Какой-то прям монстр. Ну-ка.
они очень такие мягкие, странные какие-то. Может, они за один день вырастают. Просто за минуту раз, как бамбук. Может, это бамбук? Красноморский. О. Красноморский бамбук. А, нам копт один рассказал, копт, что, дескать, говорит, не думайте, что бедуины, о, еще не ползут, бедуины бедные. Бедуины, оказывается, продают свою землю, ну, типа, это же им принадлежит, а там золото. Они, говорят, с этого зарабатывают. Они, говорят, все прикидываются бедными, говорит. Еще он такой говорит, вы, говорит, потише не говорите ничего, говорит, про мусульман. Мы просто сказали, ну, тут же в Хургаде был террор. Он такой, ничего не говорите, говорит. Представляете, какая атмосфера. Ничего сказать уже нельзя. Ну, как бы люди не афишируют, что он копт, что он христианин. А, кстати, заметна разницу сразу. У него глаза другие. У него такие глаза, такие веселые и добрые, и светятся. А у других прям... Мой муж такой, говорит, заметил, говорит, у него какие глаза? Я говорю, у него глаза светятся. А он говорит, ну вот, видишь. А... У арабов у них такой счетчик в глазах. Клак-клак-клак-клак. Сколько с тебя денег содрать? Как калькулятор, холодный взгляд. Мой муж что-то говорит, что, наверное, в этом году последний раз мы сюда приезжаем. Какая-то атмосфера. Марсалам вообще приехали. Раньше вся площадка была забита. Автобусами, такси. Сейчас вообще 1/10 была занята. Таксист говорит, вообще, говорит, бизнеса нет. Я, говорит, сегодня, говорит, только вас подвез и все. Представляете? Ну, мы заказали такси хорошее, какое-то. Санэкспресс, по-моему, называется. Хорошая, как говорится, эта фирма. С табличкой встретили, довезли. Ну, правда, нас 2 часа ждал, но ничего. Мы чаевые дали 20 евро. Пусть радуется. Вот такой бардачок. Такая заводь. Ну, это как национальному парку. Какие-то заросли тут. Вот такие вот. Конечно, быстро показала. Вход, кораллы есть, морская корова, говорит, приплывает. Я не видела, но я как бы один раз ее видела, что мне еще второй раз. Она такая шершавая, колючая, как колюче-шершавая. Не видели, ну,
2 часа поплавали, 67 минут, 70 минут. Уже очень полезно. Завтра найдрасы казали. Найдрасы полезны. О! Так, быстренько покажу. Вот там 3 машины. Экскурсия такая. Экскурсионная. Ну, это маршрутка. А так это красивый. Надо мне видео сделать. Но веду сады красивые, кожаные, красивые, стрелица цветет. Еще какие-то травки. Плохого не скажу. Я нормальная, но я там тортики не ем, чтобы не потравиться. Ну там всякие крема, крема, который сверху. А арбузы, дыни. Борщ приготовили, я смеялась. Какая-то, знаете, такая бурда цвета вот воды. Капусточка плавает чуть-чуть и свеколочка, это называется борщ. Ну, я сама там борщ соорудила, накидала в эту жижу.